Соревнования по легкой атлетике проводятся традиционно и являются отборочными на первенство края. Оно пройдет буквально через неделю с 24 по 26 апреля в Славянске на Кубани. Туда уже точно попадают воспитанники первой спортшколы Екатерина Афледи. Она пробежала за 12,9 секунды Александр Морозов. Его время 11,4 секунды. Это сегодня лучшие результаты в старшей возрастной группе. Занимаюсь около 6 лет легкой атлетикой. В дальнейшем хочу попасть в сборную Краснодарского края и в дальнейшем увеличивать свои результаты. Но если Александр только собирается попасть в сборную края, а потом и России, Екатерина Афледи уже выступает за край. Правда, она осталась не очень довольна 100-метровкой, пробегала ее раньше и за меньшее время. Сегодня хоть и солнечная погода, но мешал встречный ветер. Но на самом деле я не связываю свою жизнь со спортом. Это, наверное, последний год, когда я занимаюсь уже усердно легкой атлетикой, и дальше я уже займусь учебой. Катя, став кандидатом в мастера спорта, собирается завершить спортивную карьеру и начать подготовку к поступлению в медицинский институт. Но ее тренер еще надеется, что лучшая спортсменка старшего возраста останется в спорте. Они предрекают ей большие успехи. Девочка очень трудолюбивая, успевает, как ни странно, и учиться очень хорошо, и тренироваться успевает, и результаты достаточно высокие. Так что некоторые, кто говорит, что спорт немного мешает учиться или чем-то какими-то другими делами заниматься, она все успевает. Прыжки в длину, прыжки в высоту, барьерный бег, бег на короткие и длинные дистанции. В этих дисциплинах сегодня соревновались и самые юные спортсмены 7-8 лет. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.